Пошел-ка за немцев. Я. Вот я. I am. Сатанеев. Жбин больной. Вон Релаксенко со мной играет. Я? Потому что я вот такая сволочь. Это убить бы. Сейчас мы вам с релаксинкой всех побьем. Ну конечно, зачем я? Ты подумаешь, просто так нашел? Медик! Кремниевая подкладка. Смотрел Джона Вика? Так, хороший фильм. Посмотри. Первый и второй можешь посмотреть. Третий это уже там. Не очень. Лупи, лупи их, релаксинка, сейчас мы их пошинкуем. Мы теперь можем драться, ты знаешь, в отмазку? Point secure.
Внизу смотреть, там, по-моему, релаксинг. We have to control this area. Move out and stay home.
Это, блядь, крала, крыса тоже та еще. Центр, центр, Леху грохнет. А мы так погулять бы. А пинг банан какой на. Да. А у меня какой? Сидите, мама, не говорите много. А, сейчас еще нормально, да. Ну что, там есть вон способные некоторые. Максибеля, помнишь, как он лупился? Ну, блин. А где он, кстати? Попал под... Рабский обстрел. А так все, банану можно забанить, трубу, все. Ну теперь да уже, когда протыкал вспышку. Это проблема индейцев, шерифа не волнует. Своей точилкой, блин.